Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение, с вами Рэй, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется Infected Shelter, зараженное убежище. Эта игра еще пока не вышла в Steam, но выйдет, по-моему, 8 или 9 числа, но разработчики мне еще, по-моему, ребят, если не вру, неделю назад дали ключик, чтобы я ее сделал на обзор, только вот сейчас, к сожалению, у меня руки до нее дошли. Ну что ж, давайте посмотрим, что это за игра. Так, нажмите А. Играть надо, я так понял, ребят, лучше на геймпаде. Так, play. Поехали. Судя по всему, у нас тут какая-то лаборатория показывается. Идут какие-то загрузки данных. Опа-на, кто-то ворвался. Ага, похищают. Короче, ребята, какого-то доктора или профессора. Сажают в клетку. И увозят. Интригующие. Ну что ж, давайте смотреть. А за кого мы будем играть? Кто мне скажет? Ага. Что это у нас такое? Какая-то военная база. Нажми А. Так, выбери файл для сохранения. Хорошо, взяли. Так, Анна Джексон. Гитаристка. Девушка-гитаристка, понятно. Это, ребята, Джессика Кокс. То есть есть еще, как говорится, скины. Сара Бейкер. Ну, у них абсолютно одинаковые, ребята, все параметры. Я смотрю, а есть еще кто-нибудь? Оу, Мелинда и Джерри Браун. Эмили и Франк Ли. Так, понятно, можем взять вот такую вот сиделку, которая с инвалидом, я так понимаю, будет кататься. А что еще у нас есть? Скотт Миллер. Но я его почему-то, ребята, не могу взять. Он перечеркнутый, видимо, еще недоступен нам. И Патрик Джонс. Ричард Бейкер. И Энтони Вилсон. Тоже не могу, ребят, к сожалению, пока взять. То есть мне дают на выбор либо вот этого героя, либо вот этого. Но давайте посмотрим, наверное, за гитаристку. Возьмем вот такую вот хиповую девчулю, да? Поехали. Вот мы с вами вышли. Что мы можем? Так, я понял. Кстати, ребята, если кто не знает, то это игра от тех же самых разработчиков, которую сделали Валькирию. Так, понял. Вот, мы можем еще гитарой. Так, есть у нас перекат и прыжок, понятно. Я думаю, разговаривать тут нет смысла, потому что на английском языке все. Слушай, по-моему, громко, надо немножко потише сделать, ребят. Вот так, по-моему, будет получше, я думаю, да, ребят? Ну, в общем, эй, герой, подойди ко мне, не хочу я подходить. Ну ладно, подойду. Что ты мне хочешь рассказать? Так, он, ребят, нам что-то тут объясняет. Все, опять же, на английском, ничего не понятно. Хорош, короче, побубнили и хватит. Я хочу, ребят, посмотреть уже, что у нас тут вообще представляет из себя игра. Так, А, это прыгать, Б, это блок, а Б, это перекат. Вот так вот это действует, все, я понял. Посмотрите, наверху, ребята, в левом углу ЛБ, ЛТ, РБ. То есть какие-то суперудары, что ли, не знаю, давайте посмотрим. Я могу? Вау, вау. Потише, девчуля. Так, что это у нас такое? Восстанавливает 25 хп. Даже вот так, ладно. В общем, это, ребята, еда у нас, да? Это у нас жрачка. Какие-то бутылки собираем с вами. Понятно. Так, а я могу... О, я могу, ребята, даже в прыжке драться. Графика, конечно, немножко какая-то топорная. Но, может быть, разработчики именно на это и рассчитывали. Что это, ребят? Что это за хмырь там сидит и жрет чувака? Смотрите, ребята, есть обычная атака, тяжелая атака, это гитарой. Есть комбо-атака, вот так она выглядит. Есть тяжелая комбо-атака, ага. Есть что? Ну, давай посмотрим, что это такое. Ага, то есть удар с этим, с подкидыванием. И есть также... Подожди. Откидывать, что ли? Ладно, давай проверим, ребят. Вот так, вау! Неплохо. Это beat'em up, получается, ребята, да, у нас? Ю, взять можно палицу, либо дробаш. Че себе дробаш? Ну-ка, дай-ка я... Парень, ё-моё. В разнос его просто. Вот так, где... Ядрить! Что там сделали? Просто мозги ему вышибли. На, гад. Получи. Ты дичь. Нифига дырка-то в харе. Так, мы получаем с вами сундук. А как мне его открыть? Ага, вот так вот. Опять нам дают тут всякие, ребята, плюшечки. Стрелы какие-то огненные. Капкан. Почему я не... А, вот, вот так вот это надо брать. И я могу взять пилу. Не хочу пилу, ребят, хочу бегать с дробашом.
Ворон здесь. Я надеюсь, этот чудик не встанет. Опа, а это, ребята, что за... Надо было брать пилу. На-ка нафиг, получи, олух. Давай-давай-давай, подходи сюда, оборванец. Опа-на, нормуль, он мне так припечатал. Иди сюда, я тебе сказал, а? Сидит там мне. Ёлки-палки, я поджарился, ребят, я поджарился маленько. Так, все, да, разнесли тут всех к ядрени фени. Так, что я могу взять? Голову! Могу взять кулак. Хорошо, ребят, двигаемся. Что там? Что-то еще лежит, да? Ох ты! Вот это другое дело, катана — это то, что мне нужно. Не-не-не-не-не-не-не-не-не! Ребят, да хорош! Я же просто пошутил. Так, отлично, я его накумарил. Блин, ребят, ну... Я могу тут пожрать или что-нибудь сделать такое? Я, ребят, могу какой-то... Ого! Ты понял, у меня есть еще, оказывается, суперудары. Дай-ка я нафиг уйду. Я что-то не думал, что так все будет лихо, жестко-то. Вот докопался до меня. Ребят, у меня, по-моему, скорость увеличилась. Я что-то выпил и стал быстрее двигаться в разы. Да, ребят, смотрите, у меня какая-то ракета сверху нарисована. То есть у меня турбоскорость. Так, могу взять вот такой вот кристалл талантов. Интересно, а как мне его использовать? Ага, смотри, вот здесь можно переключать ЛТ. Ну-ка, например, я хочу съесть. Да, ребят, я восстанавливаю себе маленечко. Я вообще думал, что это какой-то тофу. Взял, использовал просто-напросто. Так, выпить, давай я выпью еще. Ой, я выпил, ребята. И у меня здоровье почему-то наоборот уменьшилось. Короче, я все потратил. Ничего у меня не осталось, ни поесть, ни пожрать, ни попить. Так, а вот эту машину могу. Все можно здесь. Здесь абсолютно все, ребята, ломается. Понимаете? Абсолютно все. Может быть, это даже очень хорошо. А вот эти бочки, бочки нет. Что это? Вау! Ё-моё, да что ты будешь делать? Ребят, сейчас погибну. Ладно, первый блин комом. Ребят, это для меня была разминка, на самом деле. Я еще пока ничего не знал, что здесь можно сделать, а что нет. И я что-то получаю. Я получил какой-то капкан и кристалл. И, судя по всему, внизу были герои, ну, не герои, а враги, которых я подбил. Давайте посмотрим теперь вот этого персонажа. Ого! Нифига она тут наяривает. Смотрите, ребята, у нас выживший. Мы можем... Что с ней? Пообщаться? Ну да. Ладно, ребята, я пошел, короче, вперед, в бой. На этот раз я буду действовать аккуратненько. Ты понял, что мы с вами делаем? Ого, кислотой плюется. Хорош, парень. Иди отсюда, больной, а! Да что ты будешь делать? Да чтоб тебя разорвало на тысячу кусков. Я могу что... Блин, ребята, он нас заражает. Он нас заражает какой-то ерундой. Мы начинаем кашлять, дохать. Голову мы ему оторвали, этому засранцу. Эй, тише, 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 девчули, тише, тише. Я же свой, ё-моё, я же не зараженный. Чего вы ко мне прицепились-то? Бомбите своих зомбарей там. Слушай, я довольно неплохо, ребят, могу зависнуть в воздухе, как я заметил. Тихо ты, отвянь от меня. Так, что такое X? Оу, X это, ребята, добивание. Можно сделать, оказывается. А ну-ка. Да так. X. Прикинь, просто по голове, ребята, этой инвалидной коляской накатил. Так, что-то мы подбираем с вами. Пластиковая... Пластиковый пакет. Зачем он мне нужен? Ну ладно, пускай будет. О, и тесак. Ну я возьму, ребят, вот эту вот штуку. Мне больше нравится как-то с дробовичком бегать, если честно, наперевес. Так, ты моя? Ты понял. Ты понял, мы с вами спасаем выживших, оказывается, здесь. Вот оно что, иди отсюда. Будет мне тут все, что ли? А что так мало-то, всего один выстрел дали мне. Иди отсюда, вот так. Добиваем, ребят, X, там было добивание. Он там что сделал ему, ребят? Мне же было показалось, что что-то такое, знаешь, неестественное. Так, ты посмотри-ка. Она, ребята, зараженная, поэтому я должен ее истребить. Вот так вот, делов-то на копеечку. Так, мусорные мешки могу вот эти вот. О, я могу их брать. Ладно, хорошо. Я так понял, карты, ребята, здесь генерируются случайным образом. Ну что ты ко мне... Что ты делаешь? Давай вот так вот нахлобучим. Опа-на, это что там за... А, ребят, он дрон какой-то призывает, ты прикинь? А мы же тоже что-то можем призвать, ведь так? Вот, например, так сделаем. Отлично, это был, ребята, у нас супер удар, судя по всему, добивочный. На,
Вот так вот, меж коленочек, как говорится, зажал голову и просто расчекрыжил ее. Ну, дробовичок взяли мы с вами. Вот это уже другой разговор. Почту... Мне письмо не пришло, не? Нет, ничего, к сожалению, нету. На! О, дедушка выживший! Иди быстрее к нам в убежище, дедуль! Дедуля, ты куда пошел? Ребят, он куда-то не... На-ка! Воу! На! Только глаза в разные стороны. Ребята, игра трешовая, сразу говорю. Не для детей. Гранатомет? Воу! Еще и пончик. Так, ребят, наверное, пончик надо один съесть, потому что у меня маловато здоровья. Отлично. Ух ты, смотри-ка, тут у них целая ярмарка. То есть я могу покупать. У меня есть валюта, да? 12 монеток у меня есть таких, но тут, к сожалению, ценник такой кусачий. Ну, если я, например, возьму призрак. Ну, давай, купим. И все, 3 монетки всего осталось. Больше я ничего, к сожалению, ребят, не смогу приобрести. Ладно, поехали далее. Сейчас я бомбану. Воу. Нате. Мне не жалко. Что ты там? Отлично, ребят, ну это по красоте. Ух ты, сколько их там. Что так бумкнуло-то сильно? Так, дедуль, 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 тихо, ты зачем выкинул? Блин, я понимаю, конечно, что нету патронов, но у нас... А, пистолет есть, ребят. У нас есть с вами пистолет. Еще один дробашек где-то подобрал. Одни только от запчасти человеческих тел валяется. Так, вы что, вы идете? Вы спасаетесь или как? Вот, спасается. И дед, кстати, тоже спасся. Ой, там с бочкой, ребят, идет. Тихо, 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 бочка-то у него какая-то с кислотой, походу, дела. Ё-моё, нифига, ребята, они борзые. Так, отходим, отходим, отходим. Оу, с катана еще. Иди отсюда. Там кабан еще какой-то. Смотри, ребят. Где мой суперудар, ребята? Где мой суперудар? Где удар мой супер? Да что, что ты делаешь-то? Ты мне должен... Ты мне ничего не должен, конечно, но где мой, ребята? Ну, хоть один суперудар. Неужели нету ничего? Я только жру, только хрумкаю. По-моему, пора разбираться с ними уже тут потихонечку. Что-то я прослаблением какой-то дал. Отлично. Так, вот этот с бочкой мне не нравится. Кабан тут, он и блюет в меня, и что только не делает. Там и пердит кто-то. А суперударов у меня нету. Дай-ка я этого кабана нашинкую. Да, ребят, абсолютно никакого суперудара у меня нету. Видимо, я все потратил. Врагов, конечно, тут очень много. И они все лютые очень. Так, кабан бежит, да? Хочет, наверное, получить от меня. Вот так вот. Иди, иди, иди отсюда. А ты псих, сбил. Сбил меня, ребят, к сожалению, он. О. Ой-ой-ой, я просто смотрю за счетчиком своего здоровья, ребят. За счетчиком здоровья, конечно же. ЛТ. Так вот, ну как же? Я не могу понять, ребят, но ведь должен быть суперудар у нас. А, это перекат. Я могу, ребят, перекатываться. Мне не обязательно прыгать. Я могу с перекатиком все это дело делать. Давай его вот так вот. Вот-вот-вот-вот-вот. Что он там пердит еще? Да что ж ты, уворачивайся. Конечно, уворачивается. Там добивочный можно сделать. Иди сюда, родной. Я тебе пожалею. Так, тихо. С бочкой ты меня нервируешь. Серьезно тебе говорю. Добиваем. На, на. Вот так вот. Делов-то на копейку. Ребята, они шутить, я смотрю, не любят. Понимаешь, не любят. А я все жру и жру. Вот, отлично получилось. Хорошо, я бы даже сказал. Я надеюсь, здесь нет никакого времени, ребята, у меня, да, для того, чтобы пройти этот уровень. Как обычно любят в таких вот играх сделать, там, за 30 секунд пройди эту битву, и будет тебе счастье. Пердун ты старый, а? Что ты делаешь мне, прям под нос? Что ты там? Пощаду он просит. Я получил, ребята, ящик. Что мы там, голову подняли что-то? Ох ты! Дай-ка я вот эту вот возьму штуку. И, конечно же, винтовку. Так, а в этот домик я, например, могу зайти? Могу? Ого. Так, ну что, командир, что у тебя тут на продажу? Я смотрю, какие-то классные... Что, собачку могу взять? Прикинь, собачку купить. Ну-ка, дай-ка, ребят, я хочу заценить. Она со мной, что ли, тут летает? На этом, на маленьком дроне она летает. Так, ну, естественно, возьмем с вами курочку, потому что нужно будет перекусить. У нас со здоровьем-то очень плохо. И еще возьмем... курочку. Я думаю, что самое время, наверное, ребят, нам перекусить. А, вот как суперудар делается, ё-моё. Ребят, надо нажимать вот сюда было, на эту кнопку. Понял, теперь будем знать. Ну что, немножко перекусили, поехали дальше воевать. Воевать. Офигеть, игруха, трэш такой, да? Оу, это наши, ребята. Смотри, они меня подхиливают. Отлично, спасибо вам, братки. Что ты мне тут хочешь сказать?
Погоди, что это такое? Что я, блин, приобрел? А, нет, это, ребят, я ему, по ходу дела, отдаю все, что я нашел. Так, и теперь, видимо, я могу все вот это вот купить. Увеличить себе здоровье, по ходу дела, да? Как это сделать? Поднял уровень себе души. А это что у нас такое? Это у нас увеличивается сбор монет. Ну, давай попробуем тоже. Есть. Так, отлично, спасибо. А что-то тут еще можно? РТ... Оу! Ёлки-то палки. Это я могу все... Так, смотри, тут, ребята, защита от огня, защита от дыма. Максимальный уровень жизни плюс 10. А как взять? Так, X. X. Непонятно, ребята, пока. Так, капкан. Смотрите, у нас есть капкан. Я могу его приобрести? Да, ребят, я могу это все покупать, если у тебя есть хитпоинты, то есть очки. Отлично. Так, ну с этим парнем... Спасибо тебе, дружище, что подкинул мне что-то. Так, а ты что-нибудь дашь мне прикольненького, а? Или нет? Нет, ребята, он, по ходу дела, просто мне говорит: парень, тебя ждет впереди великие дела. Зук-зук. Да, все, пока. Мы с вами... Босс? Тут еще есть и боссы? Атакующий вертолет. Хм. Офигеть. Ребята, это для меня новинка. Я не думал, что здесь есть боссы. Йоу! Хорош! Хорош парень. Мы хоть попадаем друг в друга? Так, я понял. Что я... Нафига я так сделал? О, ребят, мы можем вот так вот. А как там суперудар-то, я уже забыл применять? Зажимаем. Оу, тихо. Давай-ка я вот так сделаю, ребят. Я хоть попал? Да ну! Отвянь от меня. Так, X. Ребят, собака моя его кусает. Вон, видели? Мне напарник, ребята, выпал. Давай-давай-давай, наказывать этот вертолет. Ребята, мы не сдаемся, надо перекусить. Да съешь-то быстрее курицу-то. Да, напарник оказался вяленьким. Довольно быстро его, ребята, уничтожили. Так, нам выпадает ящик. Неужели вертолет сдался? Какой там сдался? Ребят, огнеметчики тут еще идут. Иди сюда, гад. Так, тихо. Да я могу хоть... Да что ж ты выкинул-то? Зачем выкинул-то? Давай-ка так отойдем. Ох, жесткие, ребята, ох, жесткие. Отлично. Ю, огнемет теперь у меня, ребят, есть. Эх! Вот это всыпало мне сейчас. Вот это мне всыпало. Ребят, мы сейчас можем с вами отдуплиться, если честно. У этого вертолета офигеть как много здоровья, ребят. Я еще и поджарился. Я думал, что здесь будет все легко и просто, блин. Ничего, ребята, тут не легко. Ничего тут, блин, не просто. У меня жрачки нет, понимаешь? Эй! Хана мне. Слушай, поначалу я подумал, что эта игра будет легкая, легче некуда. По крайней мере, поначалу мне так показалось. Теперь я беру свои слова обратно. Ничего тут не легко. Тут очень даже сложно. Блин. Так, а почему я не могу вот этих вот парней открыть, а? Не знаю, ребят. Так, мне дают новые скины. А, нет, не скины, Анна Кокс. Ну, если я, например, возьму Анну Кокс. Откуда я начну, ребята? С самого начала или с босса? Хотелось бы мне, конечно, узнать это. Черт, по ночнику мне как-то не очень хочется ходить-то здесь, если честно. Хм. Опа! Понял, что он делает? Вот так вот, ребята, шутить девочка не любит. Ну-ка, дай-ка X нажму. На, добивание такое. В общем, в моих интересах, ребята, уничтожать как можно больше врагов и получать вот эти вот всякие монетки, плюшки и тому подобное. От них именно все зависит, ребята. Что мы с вами купим, когда мы купим и что именно мы купим. Вау, просто разрубил пополам, ты прикинь. И вот эти вот сундучки. То есть надо все, ребята, тратить с умом, а не так, как я это все, конечно, начал делать неправильно. Ну и... Так, олени. Совушки, вы против меня, что ли? Совушки, родные мои. Вы что же вы так... На, прям на гитару насаживает. Отлично.
Оу, а сова-то против меня, ребята, оказывается. Они меня хотят атаковать, они атакуют. Так, ты что тут пришел, бомж-фермер? Иди отсюда. Пердит он еще мне тут под... Да ну хорош, завязывай уже. Я же тебя сейчас накажу. По всей строгости. Да ты... Да стал же воздух портить, гад. Пора его, по-моему, ребят, вот так вот лучше. Так лучше и проще. На! Да, вот так вот. Самое то, что нужно. Сундучок не достается. Что же тут за апокалипсис-то такое, ребят? Так, дамаг 30, а здесь дамаг... Понятно, у этой, у лопаты 16 дамаг, у булавы 30-ка. А я груши могу сбить? Смотри, видите, там, ребята, груши висят. Точно. Ты понял? В чем тут еще прикол? Я могу, ребята, оказывается, фрукты сбивать с деревьев. Ну, согласитесь, как-то не особо хорошо они нам дают подпитку. Именно вот... Ага, можно прикупить. Что они дают? 20 здоровья к этому. 20% к здоровью. Батарейка дается нам. Так, олени, спокойно, я вас не трону. Дайте мне вот груш тут позбивать лучше. Забираем это все дело. Отлично, и идем. Ну? Опять совы. Да чтоб вас, а! И, ребята, этот кабан штопанный. Перештопанный здесь. На, блин, вот это мне нравится. Вообще обожаю вот эти, ребята, добивки. Очень классно это все смотрится. Смотрите, сколько мы кровотечения повесили на кабана. Аж 4 штуки, он от этого отдуплился. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Перекатик. Перекатик, говорю. Да что он за мной-то привязался? На-на-на-на-на! Классно, да? Слушайте, любой вид оружия это лучше, чем без оружия, поверьте мне. Оу! Так, где у меня там суперудар? Где я суперудар, я спрашиваю? Зачем я это сделал? А ну-ка. Чу-чу-чу-чу-чу. Если бы эти стрелы еще хоть как-то помогали, ребят, что-то я не вижу от них никакого толка. Видимо, знаете почему? Потому что сейчас на самом деле дождь. И они не загорелись. Они не загорелись, потому что их дождь потушил. А вот за счет добивания тебе достаются вот эти как раз, ребята, монеты. Это круто. За то, что ты за монетки можешь... А, у меня же еще есть... А, тут только на добивку. Понял. Когда он оглушен, можно его только добивать. Так, давай посмотрим. Воу, мне выпал вот этот, ребята, парень, которого я могу напарника потом вызвать. Давай заберем. Тут еще что-то такое выпало. Золотой идол. И лопата. Зачем ты ее бросаешь, а? Не надо бросать лопату. А, мы еще можем блок, что ли, ставить, оказывается? Хм. Слушай, так надо было, наверное, блоком мне... А-а-а! Да как же вы... Почему, ребята, он в прыжке выбрасывает эту? Да иди ты опять со своим пердежом. И кабан, и все дела тут. Ай, плохо, ребят. Ай, плохо. А если я так делаю? Куда ж ты, Икс-то? Смотри, как молния их шарахает. О, ребята, им не повезло. А если я еще? Сейчас, по-моему, я тут отдуплюсь. Надо срочно, срочно перекусить. И что? Что ты сделал? Ты сделал себе защиту какую-то. Ничего себе, какую-то. Обалденная защита, ребят, но я могу отдуплиться. Слушай, как же все-таки мало восстанавливает здоровье нам этот, эта груша. Всего по десяточке. Всего по десяточке. Угу. А вражина-то очень лютый. Так, отлично, нокаутировал его. Да куда ж ты... Давай, добиваем. Отличненько. Тут что-то я, ребята, видел. Да, лопата. Лопата. Оу. Какой-то фонарик. Или что это такое? Не знаю. Фонарик, по-моему, ребята, это. Так, и возьмем модификации. Для чего? Фонарик для чего-то, ребята. Так, вот. Вот нам нужно с вами что сделать? Жрачка, конечно, надо купить еды как можно больше. Тут починка для чего-то. А это что такое у нас? Мои глаза открыты, да, я вижу, что они у тебя открыты, парень, что ты? Так, ох ты, восполняет 100% здоровья, конечно, возьму. Спасибо тебе, лейтенант Егоркин, я пошел отсюда. Лейтенант Егоркин. Ну что, посмотрим, ребята, как у нас тут. Вот, вот я понимаю, вот это мясо, ребята, вот это подкреп. Ай, жалко, у нас с вами больше еды не осталось. Я, то есть, не могу себе восполнить здоровье. Ага, тут мои кореша. Ну что, парень,
Вы, спасибо вам за то, что вы восстановили здоровье. Так, вот я нахожу ему какие-то предметы, и он, ребята, смотрите, очень довольный. Что он мне за это дает, я не знаю. Че, я больше не могу, что ли, улучшить? Блин, а почему так, ребят? Командир, давай-ка мы что-нибудь с тобой это, улучшим мне. Ничего не хочет. То есть, ух ты, арбалет. Дамаг 20. Дамаг 20, у тесака дамаг 40, прикинь. Хм. А как же мне вот это взять? Или это я все, что, ребят, нахожу? Может быть, это потом где-то в отдельном месте приобретается. Так, здесь что у тебя? 80, плюс 80% к отравлению. А, к защите от отравления, да? За каждое убийство врага тебе прибавляется 8 хп. Ну-ка, а, вот оно как делается, ё-моё. Так. То есть это я могу со временем, ребята. Ладно, ну-ка, давай-ка посмотрим, что вот это вот у нас. Все прокачано или нет? Больше не могу. Так, 15% к критическому удару. Учим. То есть это все ко мне в общую копилку, ребята, идет. Я так могу понимать. Так, здесь что у нас? Кислоте. Защита к кислоте. Да, ребят. Вот он мне тут навыдавал. Это, я так понимаю. Да что ты делаешь-то? Вот мы с вами подбираем. И это у нас как бы... Ну, все, ребят. Мы с вами, типа, подобрали защиту. Босс? Тут еще и боссы, ребята, разные. Мутант Бизон. Ё-моё. Мутант по ночнику драться с ним еще. Без еды, без всего. Так. Ага. Ой-ой-ой-ой-ой, он, ребят, запёрживает тут все. Ха-ха-ха, дай. Путай. Закончилось у меня, к сожалению, ребята, все. Ох ты, подбил-то как. Тихо, что это там такое, ребят? Что он там вытворяет? Мне бы хоть одного босика бы, ребят, подбить. Я просто хочу посмотреть, что за него дадут, что будет. Опять начинает засирать тут всю планету. Да ну, завязывай. Слушай, может быть нам применить суперудар, ребят, хотя бы, а? Ты посмотри, как ты посмотри, как его нашинковало-то. Что это? Всякая животина тут прилетела, ребят. Кабан спит. Спал, по крайней мере. Начинается веселуха, блин. Дай хоть что-нибудь подобрать. Да ну. Вот. Так, где суперудар мой? Все, меня тут расколбасит сейчас. Ну это жесть, ребята. Это очень сложно. Я не знаю, как проходить хоть одного босса. Или я просто криворукий. Но задачка-то у меня была совсем другая, ребята. Задачка у меня была показать, что это за игра, а уж вам выбирать, играть в нее или нет. Но если вы поддержите меня лайком, напишите комментарий по поводу того, что Рэй, давай продолжай, играй в нее, то, естественно, я приложу все усилия, чтобы дальше вам показать, что там происходит. Ну и, конечно же, пройти всех этих злобных боссов. Так что всем пока, всем удачи и до новых, ребята, скорых видосиков.